Локомотив, Химки. Первый гол приходится на пенальти. Нарушает в штрафной Химок. Валит игрока Локомотива. Здесь подходит Антон Миранчук. Счет становится 1-0 в пользу Локомотива. Химки не сбрасывают, конечно, себя со счетов. Но мы знаем, как Галактионов хорошо поработал с командой. Все-таки они вышли с перерыва очень классно. Смотрим второй тайм. Прошел второй тайм. На 52-й минуте Артем Дзюба забивает гол. Счет становится 2-0 в пользу Локомотива. На 60-й минуте Руденко забивает гол, счет становится 2-1. Химки отыграли, я думал, интрига сейчас возобновится. Но не тут-то было. На 70-й минуте Дзюба забивает гол, счет становится 3-1 в пользу Локомотива. На 73-й минуте Игнатьев забивает гол, счет становится 4-1 в пользу Локомотива. На 76-й минуте забивает Изидор, и счет становится 5-1 в пользу Локомотива. Химки просто бросили играть, я этому матчу ставлю 10 из 10.